Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой награды и смотрим. Смотрим и видим, что мы в Лиге Самурайс. Ранг у нас 39. Хорошо. Хорошо, ранг 39. Ну что, погнали. Погнали, ребята, наши вороных. Я только возьму сейчас одного сильненького, у кого-нибудь. Ну, не слишком сильного, но и не слишком слабого. Давай возьмем Алапекс, в принципе. Должна, я думаю, она мне здесь помочь. Должна справиться с этими охламонами. И все у нас будет тип-топ. Так, она же будет первой. У нее инициатива неплохая, насколько я помню. Давай сделаем массовую атаку и глянем, что она сотворит с этими чудиками. Ну, для меня это не удивительно, ребята. Главное сейчас завалить всех массовиков. Так, Леонардо надо бомбить. Как мне? Давай из бластера попробуем. Можно было, конечно, поджог сделать на него. Ну и так, хорошо. Так, это сложилось все нормально. Так, минус Рокстеди. А Биба пришел, что, иммунитет повесить? Нафиг, вот зачем он ему нужен? Я не понимаю, ребят. Да иди ты. Майки, как всегда, ребята, струсил. В инвиз ушел. Давай так сделаем. Коварный такой удар у нее, да, вот это... Пятками своими когтями бомбит. Потом еще такая на по лицу ему. Так, добиваем. Угу. Прекрасно, идеально. С 36 места мы куда поднимемся? С 39. На 15 позицию. Ну, нормально. Ребята, они так, кстати, и сильно нас опустили. Опустили. Ну, сбросили. Вот. Давай-ка, раз, два, три, четыре. Вот так вот сделаем. Ну, понятно, Зек тут всему голова. Он сейчас бросит бомбочку, и они, наверное, все упадут. Все. Хотя вряд ли все. Нет, все все-таки. Все, ребята, отдуплились одним махом. Приятно видеть. И... Я уже хотел сказать, а в 5 ступеней... Почему 5 ступеней? Почему так мало-то? Почему так мало? Почему всего 5 ступенек мы проскочили? Значит, такое впечатление, что у нас кто-то погиб. Даже не кто-то, а чуть ли не два персонажа. Только в этом случае мы могли бы пройти с тобой 5 ступенек. А тут все циники были, и нам так занизили все это. Зашибись. Ну, давай. Так, хорошо. Нормально. Великолепно. Как говорится, кабан кабана видит издалека. Он его и подбил. Но есть. Так, ребят, вернулся я в Сёгуны. И отсюда уже начинается наша эпопея. Потому что для меня, ребята, начинается лучшая, как говорится. Не то, что лига лучшая, а... Ну, отчет. Как сказать-то, даже не знаю. Короче, отчет для меня начинается уже более серьезный. Это с Лиги Сёгунов. Не с Лиги Самураев там, или еще там как у Целиты, а именно вот с Сёгунов. А мастер — это уже как идет закрепление всего нашего того, что мы делаем, до чего мы доходим. Так, ну что, берем Макмана. Тут у них уровень-то вообще ни о чем, ребят. 49-48, поэтому один мой высокоуровневый персонаж просто ложит их всех на лопатки. Это в принципе мы с тобой вот этой вот стратегией всегда использовали. А раньше мы практически только на ней и жили, скажем так. Мы всегда уничтожали их с помощью наших высокоуровневых бойцов. Потому что как-то я попытался, ребята, подраться с ними своими силами. И вы помните, что да ничего хорошего не получилось у меня из этого. Потому что, как тебе объяснить? Потому что он у нас делает всего лишь один ход, да? Один ход. И если он кого-то не добивает, а это частенько такое происходит, то нас начинает расколбашивать. Именно моих других персонажей, которых взяты были. Даже здесь, ребята, Усаги и то не всех добил. Хотя он 100 уровень, а противник, извини меня, 55-го. Понимаешь? Он не всех добил. И мало того, что он не добил, он еще и постепенный урон мне на всех повесил. Вот такая вот критическая, ребят, ситуация бывает. Но Лига Сёгунов, две звезды, я уже, ребята, ее вижу практически. Уже держу ее в руках. Потому что тут осталось
В принципе, ну что тут осталось? Начать и закончить, вот что здесь осталось. Единственное, что Дони. А мы его сейчас вырубим. Блин, Дони вырубите. Хотя, да, можно. Не, я вам нужно, наверное, сделаю сейчас уклонение. Рафаэлем ставлю провокацию. Вот так вот будет лучше. Главное, чтобы они сейчас все свои массовые атаки не стали применять против меня. Иначе это будет плохо. Дони в любом случае я не смогу завалить. И, естественно, он хильнет. Так, ну этому крышка кабану сразу же говорю. Блин, выжил. Так, а этот упал. Вот, ребята, он начинает хилять. Мы бросим туда гранат, чтоб веселились. Куда ты, Ванюша, ну куда ты своими кулачками маленькими, пухленькими бьешь? Ну, конечно, Дони. Дони решил... А, Дони решил вот так вот сделать. Я думал, что он массово так вырубает. Ему даже уклонение не помогло, которое он на себя повесил. И Шредер тут классика, как говорится, тоже ему вправил мозги на место. Но... Есть. Сёгуны, ребята, 3 звезды, ровно соточка. 23 ступеньки пролетели. 23, ребята. А в тот раз нам всего лишь 5 ступенек дали принести. Как работает алгоритм в игре? Только ей одно известно. В тот раз мы 5 ступенек прошли, сейчас 23. Ну, ты чувствуешь разницу-то какую, да? Между 5 и 23 цифры очень сильно отличаются друг от друга. Так, ну что, ладно. С соточки мы прыгаем на... Вот, даже здесь и то 20, ребята, ступенек пропрыгнули. Я не знаю, что там было. Там, наверное, какой-то баг был. Боевой, так скажем, баг. Ну что, берем... Так, Лео, подожди. Берем Крэнга и... Ну, потому что я думаю, что Крэнг все-таки справится с 55 уровнями. Со своими лучами он будет бить, жарить их. Давай проверим. По идее, должны упасть. Все причем. Без остатка. Всех положил. И... Сплинтеры, блин, все, короче. Так, вот, ровно 20 ступенек мы идем, ребят. Так, 16-21. Ну, здесь можно взять, наверное, Лео. Вопрос только в одном, ребят. А справится ли Лео один? Ну, в плане того, что сможет ли он всех... Я в этом не уверен. Ну, я посмотрю сейчас. Зря сомневался, но, ребят, все равно надо всегда перестраховываться, потому что сегодня он положил, завтра играть будешь, он уже не положит, хотя будет такая же приблизительно команда. Рандом есть рандом. Ну что, кожеголовый пойдет у нас вот с этим, ребят. Слушай, а кожеголовый, 62 уровень все-таки там уже у нас, он сможет их пробить? Потому что команда тут такая у нас. Красиво, красиво кожеголовый бьет и забивает, как говорится, мяч в ворота. Ну давай 22-й, да? 23-й. Угу. Так, а мы же видели, 16-21 было, так что пускай игра не кривляется, а выдает нам все как есть. Так, пиццелиций и слэш. Вот они вдвоем будут. Раз, два, три. Пиццелиций, слэш... То есть, получается, у нас по инициативе слэш быстрее пиццелицева. Поэтому он сейчас будет пиром ходить. И, соответственно, вот так вот. Ну, а нашему пиццелицеву только вот так вот стоит массовую сделать. Все, ребят. Причем этот удар, насколько я помню, он еще и вешает постепенный урон. Вот это вот слизкая его, как сказать, плевотня. Она вешает замедляху. Так, ну, маузер я придержу, пока маузеров раз-два... А, все, ребят, 70 уровни. Тут уже можно, как говорится, не выбирать там кого-чего. Просто идти сразу на прополу и все. Так. Майки почему-то, ребят, ну, в принципе, уровень-то уже хороший у противника, поэтому он и не смог их сразу пробить. Тем более мы знаем, что он по атаке не особо силен.
Он силен именно в инициативе, то есть в скорости. Ну, давай вот так вот возьмем. Давай так возьмем, фиг с ним. Супер Шреддер и Рокзар. Хотя Рокзар, я немножко, ребята, как бы, ну, как тебе сказать, немножко расстроен в плане Рокзара как танка. Я бы не сказал, что он очень мощный танк. Я не могу этого сказать. Он же у нас на сотку прокачан, я вот не помню, сейчас посмотрим. Может быть, он из-за того, что... Сейчас глянем. А, он у нас 80-ник. Все, я понял, ребята. Я понял. Вот почему, ребята, я в нем немножко расстроен. Я думал, что он 100 уровня. Нет, он 80-го, поэтому он и не умеет. Ну как, не то, что не умеет. Он не держит удар. Для меня он не держит удар. Его начинает расколбашивать. Но это, видимо, из-за того, что у него как раз 80 уровень. Если его вкачать на сотку, может быть, даже поменяется мое, так сказать, мнение о нем. Ну, а вот в данный момент он меня не устраивает. Куда ты? Куда ты мне проматываешь? Ты что делаешь-то? Не надо так. Ну что, Карайка? А, нет, Кунаичи у нас будет первым. У нее довольно неплохая атака, вот эта вот мне нравится. Очень неплохая, ребята. Для девчонки. Вырубает, которая всех, да, даже очень неплохо. Так, у нас 51 место. И попробуем найти. Да, 16-22 есть такое дело. Беру я маузеров, которых держал напоследок. Ну что, они сейчас сделают свой боевой удар. И по идее эти черепашки должны все упасть. Потому что до 70-ника у нас маузеры рулят. Дальше они начинают уже давать слабину. То есть могут не добить противника. Так, ну что, смотри, неплохой результат. Лига Сёгунов 3 звезды, у нас ранг 30-й. Завтра уже будет ранг, возможно, 50-й. Может быть, даже Лига Сёгунов 2 звездочки. Но, тем не менее, неплохо все равно это все было, ребят. Проходим серию испытаний. Ну, давай, пошли вот сюда. Возьму Макмана, возьму Армагона, возьму Дони, Лео и Пиццелицева. Я не могу понять одного, почему Шреддер у меня где-то на... Супер Шреддер где-то у меня, блин, на задворках сидит. Я никак вот этого не могу понять. Почему Пиццелицей даже стоит в очереди быстрее, чем Супер Шреддер и Ванька Стиранка? Это от чего зависит-то? По какому параметру они там судят? Фига у них контрата... А кто контратаку повесил на них? Эти, что ли, несчастные злоботы, вот эти вот? Видимо, да, у них баф такой был. Так, ну что, масуха пошла от Леонардо. Фига себе, Лео вжарил. Всех уронил. Ну, этот, как его, Крип еще немножко выдержал и все. А остальных мы с тобой положили. Так, забираем здесь награду и пойдем дальше. Подожди, куда ты? Прокачиваем мы Донателло. Так, 78 уровень. И надо нам... Блин, нам надо еще 8 комиксов лет. Да что ты делаешь? Что ты делаешь? Так, раз. Два. Так, три. Четыре. Пять. 5, 6. Так, давай мне. Ну что ты, что ты, что ты. Так, 7 и последний, ребят, комикс. Последний комикс. Да ты издеваешься сейчас надо мной. Ну, ну какая тыква, дай мне комикс последний-то. Господи, ну. Есть, все, ребят, прокачиваем ему до 6 ступени. 12 500 этих мутагена потребовалось. Так, друзья мои, по скиллам этот парень у нас все.
Кого дальше прокачивать будем? Пишите в комментариях, друзья мои, кого мы будем дальше прокачивать по скиллам. Именно по скиллам. Лисицу. Или... кого там еще можно? Лисицу. Так, тут тоже по 6. Подожди, лисицу и кого еще-то? О, можно мутагеноида. Лисица, мутагеноид. Кто у нас там еще из массовых? Можно Леонардо ролевой, по-моему. Да, у него тоже, ребят, не массовые атаки. Не прокачаны все. Можно Рафаэля видение. У него, кстати, тоже, ребята, две массовые атаки. Вот это вот и вот этот шторм. Ну, пишите, короче, в комментариях, кому будем прокачкой заниматься. Так, откройте колоду. Чего? В плане, откройте колоду. Я же только что открывал колоду. Какого фига? Что происходит-то? И серию испытаний я проходил. Чё-то я не... Ребят, чё-то я не вдупляюсь. Что произошло-то? Я же только что все это проходил. Странно. Если ты думаешь, что это с 0 часов, нет, ребят, сейчас в данный момент 3 часа ночи, и никак не могло в такое время обновиться это все. Странно, очень странно. Так, Рокзар взял уклонение. Так, мы снимем сейчас все эти бафы. Что? Он не снял. Подожди, а почему Макман не снял бафы положительные? Что-то не пойму я. Странно. Так, муха, да вали ты, у тебя рот, я не знаю, на что похож. Сказал бы я, ну, не при детях. Так, ладно. Победа на 3 звезды и... и... забрать. А открыть колоду не получится. Хотя, с другой стороны, почему не получится? Я, например, могу взять... вот так вот, хоп. И открыть колоду. Цена вопроса 50 баксов. Все, ребят. Так, что у нас там? По-моему, все, да? Да, ребят, все. Мы все задания выполнили, все сделали. Все у нас превосходно. Цель — Лига мастеров. Одна звезда. Ну, не знаю, завтра навряд ли мы пройдем до одной звезды. Ну, до двух звезд. Потому что, я думаю, должно хватить сил. Ну что, друзья мои, на этом сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.